Привет, ребят, всем добрый вечер. Я побрился, выбрился. Очень всем интересно, что ты Короче, я купил вот эту фигню себе, жилетовскую. Люда не может прям приносить ее, прям у нее какая-то аллергия на нее. Запах не нравится. Вот это крем после бритья. Ты сам говоришь, что у тебя... Это крем после бритья, вот это вот такой вот жилетовский, вонючий. Что-то он воняет. Ну как воняет? Да. Мужиком таким, знаешь, как вот. Мужиком. Вот с таким, по-моему, дядь Вова такой был. Которому лет 55-60. Вот такой крем, он тоже так же пахнет, как и одеколон. Ну да, да, ну понюхай. Ну я что, а тебя не... Ну понюхай. Слышу. Надо что-то другое себе купить, какие-нибудь крема. Какие есть хорошие мужские? Напишите в комментариях, какие есть хорошие мужские крема. И вот это вот, он выглядит как одеколон. Сейчас покажу. Вот такой вот. Тоже невозможно, да, дышать? А почему? Ну, не знаю. Дай сюда, ну что ты понаделала? Ну давай, бери. Так, Людочка моя убирается за мной. Фу, глянь, на руку капнуло все. И шо? Кто писал, что у Люды губы такие останутся, как вчера она приехала? У нее просто позавчера. Был отек позавчера. Вот стой. Ой, тебя так прет. А что ты подухал? Ну, на руку у меня ляпнуло. Ну, видишь, жилет лучше для мужчины нет. А оказывается, наверное, лучше есть. Ну вот, губки, смотрите. А они у меня сейчас... Вот так вот стали. Вот. И что вы хотите сказать? Хотел сегодня вечером не есть. Ой, думаю, возьму, если что, там возьму какой-то биточек. Если ты не поешь, ты просто захочешь кушать ужасно в 9 часов 10, понимаешь? И наешься. Лучше сейчас чуть-чуть перекуси. Люда мне сказала, возьми, короче, сейчас свет выключи. Возьми, скушай, что ты мне предложила? Картошечки чуть-чуть, да, толчёнка? Ну, мы доедать будем вчерашнее, да, я же понятно варила. И что еще? И биточек, да? Ну да, я оливье. 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 Ну хорошо, я сегодня в магазин выходил. Сейчас. В магазин выходил, купил вот таких вот. Что я купил? Вот такую хурму и бананы. Бананы принес домой, они еще были нормальные. Люда, они были еще нормальные. Почернели бананы. Угу. Потом еще что я купил? Покажу сейчас вам. Ой, что я купил? Вот таких вот. Зашел малым, у них уже все позаканчивалось. Вот такие вот вафельки Lucky Days. Они классные, вкусные. Что я еще взял? Ну, немножко, чуть-чуть. Люда любит вот такие батончики. Обожает. Любишь батончики, да, такие? Да, люблю. Это батончики моего детства. Да, и они нам по вкусу, вот как батончики такие, как надо. Вот такие, знаете, как были в Советском Союзе. Как-то они называются. Батончик номер один. Так, ладно, ну я сейчас уберу, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, ладно, пусть пока полежат. Вот такие вот штучки нам понравились. Пухлый кролик, как это, что это такое, как это, зефирки, да? Ну, Милана на них говорит, маршмеллоу. Вот такую вот штуку, но это мы еще не открывали, я не знаю, суфле. Суфле это что такое означает? Ну, мягенькое. Типа птичье молоко? Ну, типа, да. Типа птичье. Вот такое суфле. Ну вот это я купил, вот это, фикс заходил, фикс прайс. И нам очень нравится еще такая вот штука. Десерт картошка. Ой, вкусная. Тут печенье с шоколадом. 250 грамм. Вот такие вот штукенцы. С молочком самое то. Ну и все. А, еще сегодня взял, заходил в Магнит, вот такой сок. Но такой ни разу не брал. Клетчатка. Что это означает клетчатка? Не знаешь? Полезно. Клетчатка целого фрукта. Вот так вот. Зашел, чуть-чуть взял сладости. Все, мы уже такие конфеты. Не надо напихивать. Да, не напихивать. Я так же поставил, как оно и стояло. Уже не так стоит. Уже так стоит. Все стоит, как и стояло. Решили мы вот эти вот карамели, которые очень плохо раскусываются, не покупать, а брать такие мягенькие конфеты, чтобы дети ели. Ну, а вот такие мандарины, я их немножко взял. Кстати, я брал мандарины, попробовал, она вкусная. Ну, нормально. По 68 рублей. Вот так вот, сейчас Люда разогреет покушать, перекусим. Угу. И вечером, может, выйдем, поговорим, пообщаемся с вами.
Так что у Люды губы замечательные, замечательные, я просто доволен. Это просто у нее вчера была, как ее, ой, позавчера, такая реакция на эту процедуру. Я тоже переживал, что у нее останутся такие вареники. Ну как это останутся? Ну а вдруг бы не прошли? Ну чего бы они не прошли? Видишь, это аллергия у тебя, просто обычная да аллергия. Да какая аллергия? Это не аллергия, Саш. Это обычная послепроцедурная... Вот так, Эффект. Короче, процедура. Поставил люди за, ну, этот, сейчас и на зарядку. Не носят браслет. Где мне? Ну, дома носить. Вот наша Милана вышла, спортсменка. Что ты хочешь? Оно еще раз покажи, оно еще раз покажи спортсменку. О, господи. О, а на мостик стань, на мостик стань. Покажи, как ты на мостик становишься. На мостик. Это шпагат. Это шпагат. На мостик. Да, это шпагат. А на мостик покажи, как ты становишься. Мостик, мостик, вот так. Как? Ну, короче, понятно, вот такой мостик. Кушать давай. Нести? Уже нести? Нести уже? Подожди. Ну нести или не нести? Да неси, господи. Уже без 10:06, уже у меня желудочный мешочек болит. Так. Что нести? Давай. Что? Нет. Я сейчас выйду, мне надо подготавливаю. Белье снять с балкона. Люд. Мне надо белье снять с балкона, чего, Люд? Так, я там уже поставил сковородку. Все, там масло есть, все есть. Осталось тебе только... Зачем масло добавить? А что? Ну, слей тогда. Жирная ж картошка будет. Где она будет жирная, господи? Господи, действительно. Все, не надо больше, не надо убирать. Да, контролирует меня все. Сейчас. Все контролирует. Оливье надо? Что? Оливье надо? Не приноси. Оливье. По чуть-чуть только, по чуть-чуть. Я много не буду. У нас тут уже немного осталось. А биточки когда положишь? Ну, после картошки получается. Так, следующий салат у нас будет шуба. Шуба-дуба-дуба. Шуба-дуба-дуба. А в майонезе шуба есть? Ой, в шубе майонез есть? Все, хорош, хорош. Хватит. То я, может, буду есть. Да хватит уже. Ну сколько ты в луж понашел? Холодильник. До завтра, да? Я тоже всегда посуду мою, когда что-то забираю. Ну, что-то заканчивается, я сразу посуду мою. Да, Люд? Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек. Я буду два. Я люблю, когда картошка поджаренная, а Люда не любит. Да не, люблю. Толченка. Милана будет выбирать. Ну да. Скажет, боже, это такая грязь. Это ты все высыпала толченку, ну, да? Да. Ну, хорошо. И все, картошку мы долго не будем уже есть. Давай по кашам пройдемся. Блин, ну голова опять начала болеть. У меня тоже целый день. Я сегодня 2 цитрамона выпил. Какие-то магнитные. А есть тут таблеточки, да? Да, я положил, да, целую упаковку. Когда поедем, наверное, выпьем потом. Так, давай я сразу тарелки достану, поставлю. А ну, убери голову. Так, 3 штуки нам надо тарелочки. Все засвечено. Как-то позасвечено как-то. Угу. Так, Лана у нас маленькая ложечка ест. Я вилочкой, Люда вилочкой. Все красиво. Смотри, как я красиво отсервировал. Прям надо в официанты идти. Какие официанты? Так, ну все. Хорош, хорош, все. Сыпь, насыпай. Наливай. Да, а что? Ну, красиво ты делаешь. Угу.
И мне чуть. Но это все не съем, так что придется выкинуть. Все, хорош, 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 хорош. Это в туалет, да? Угу. Так, теперь репеточки подогреем. На мелкий огонь. Хурма прям красавица, да? Да, красивая, но надо, чтобы она еще полежала. Не, она нормальная уже, она нормальная. Я выбирал мягкую. Нет, еле вообще мягкие. Твердые, да? Пускай лежит, конечно, но штеркая будет. Ну, я сзади не трет. Хурмяная же трет. Ну вот, все, вот. Ну, вот, у Люды все руки обожжены. Вот, видишь? Угу. Надо. Ждем, пока нагреется. Сковородка. Так. Мне два хватит. А это можно достать тарелочку и убрать. Я их мою, просто что полежать. Не нравится, Сань, ты смотри, шикарно. Два осталось, да? Два осталось, да? Может уже переворачивать? Нет. Точно? Ну, перезавливаем. Так будет правильно. Да, да, мы переворачиваем. За запах пошел, да? Нет. А, ну конечно. Я же знаю. О, Надя, хорошо. Я последняя буква в алфавите. Я сам. Вот это будем доедать? Ой, да пусть будет. Кетчуп. Люда всегда мне выбирает самое красивое. Не, ну я же говорил, что мне две. Ну а мне одна большая, я больше не хочу тоже. Ну вот эту маленькую хотя бы тебе давай отдадим. Вот эту. Кость. Мне там не так большая одна. Думала. Мне так будешь делать? Разделять? Тебя тоже разделить? Да, шучу. Могу. Ну ладно, кстати, в последнее время мясо полюбила. Сегодня из супа все мясо выковыряла. С овоща. А. Саш, пожалуйста. Все, ребята, мы будем кушать. Приглашаем вам с нами покушать. Милаш, кушай давай. Кушай. Это симайский. Давай, вот тут поставим, пускай с тобой кушает. Это симайский. Пират. Папа, ну ладно. Не это симайский. Да, ни один у нас ужин не проходит без мультика. Это да, Милана? Да. Да? Да. Присаживайтесь, Александр. Давайте. Приятного всем аппетита. Приятного всем аппетита. Приятного всем аппетита. Все, ребяточки, мы кушаем, и вы садитесь кушать. Всем приятного аппетита. Ням-ням-ням-ням-ням.